наша команда «Русские медведи» открывает сезон 2014 года ударными тренировками. Мы стреляем по 3D-фигурам на разные расстояния из разных позиций. Это секрет нашего успеха. Тарасов Виктор, лидер нашей команды. Он сам и его верный блочный лук Matthews MR6. Настоящий снайперский комплекс. Это гроза 3D-мишеней, не оставляющая ни единственного шанса даже самым матерым противникам. Он посылает стрелу за стрелой в самые убойные места мишеней, выбивая для команды только максимальные очки. Савинкова Мария, ее боятся не только в женском классе, но и у мужчин подкашиваются ноги, когда она берет лук в руки. Являясь чемпионкой Европы и работая тренером по стрельбе из лука, Мария своей красотой и меткими выстрелами поддерживает высокий дух в нашей команде. Среди нас новичок Никита. Он выбрал для себя новейший лук от PSE, подходящий любому человеку из-за своей универсальности, легко меняющийся на блоках растяжки без помощи пресса и уже с завода оснащенный СТСом, прицелом, уже настроенной полочкой, креплением для кивера с ним в комплекте и пипсайтом. Универсальный и доступный американский PSE Fever. Результат показывает наша команда, готовясь к 3D. И суслик хороший. Вот, к сожалению, Миша Поддевалин не с нами, он не будет на 3D в команде. Вот так вот. Ну, Миша-то не будет, Леша. А ты когда будешь тренироваться? Я? Ну, я же вообще никогда не тренируюсь, ты же в курсе. Вообще, зачем тренироваться? Надо силы экономить. Во, я вообще никогда не тренируюсь. Я стреляю только на 3D. Да, Маш? Так что ждите нашу команду. Пока.